46-летний Робби Уильямс. Робби Уильямс наслаждается отцовством. Супруга артиста, 40-летняя Айда Филд. Айда Филд поделилась умилительными кадрами. Жена певца порадовала поклонников нежным видео. Американская актриса запечатлела момент из семейной жизни. Она сняла, как исполнитель хитов Angels и рок-диджей убаюкивает двухмесячного сына. Робби взял на руки маленького Бео. Музыкант, одетый в черную майку и такого же цвета джинсы, покачал малыша и спел для него. Уильямсу удалось заинтересовать младенца, ребенок протягивал ручки к звездному папе, а тот ласково смотрел на наследника. Заметив съемку, артист перевел взгляд на супругу и продолжил петь уже для нее. В конце ролика на голос певца прибежал домашний питомец семьи. Одна из собак Робби, у него и в 7, подбежала к хозяину и понюхала макушку новорожденного. Отец и сын, подписала видео Айда. Нежные кадры восхитили поклонников пары. Это самое милое, что я видела. Милее не бывает, прекрасная семья, лучшие, теплые моменты, замечательный папа, написали фолловеры. Малыш Бо появился на свет с помощью суррогатной матери, хотя биологически является наследником Уильямсов. Та же женщина выносила третьего ребенка пары, двухлетнюю дочь Кока. Двух первых детей Филд смогла родить сама, дочери Тедди сейчас 7 лет, а сыну Чарли – 5. До конца марта музыкант находился в самоизоляции. Он оказался на карантине после возвращения в Лос-Анджелес из Австралии. На протяжении 3 недель певец не видел супругу и детей. Воссоединение семейства оказалось очень эмоциональным. Робби снялся полностью обнаженным. Подписчицы оценили превосходную физическую форму артиста.